Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня будем монтировать контейнерную площадку на вес для баков. Ну, перед этим демонтировать старую, здесь просто перегородка зелененькая. Вот в это место будем ставить 10,5 метров. Разгружаемся, готовимся. Еще надо слезать. Все, приступаем. Продолжаем монтаж контейнерной площадки. Собрали уже 4 секции. И так как здесь возвышенность идет, укоротили торец снизу на 7 сантиметров. И также еще следующий будем укорачивать. Монтаж контейнерной площадки полным ходом. Начинаем перекрывать крышу профлистом. Не помню, говорил, нет, будет она антивандальная. То есть без поликарбоната, а профлист. Стенка будет профлистом и слуховое окно противопарусное. Секция КГМ 3 метра будет. Ну, там еще расскажу потом. Тут козленочек. Все будет красиво. Вот и закончили мы монтаж. Контейнерная площадка. Навес для мусора. Значит, конструкция длиной 10,5 метров. То есть 5 секций по 1,5 метра. И 2 по 1,5, но она как бы отдельно с перегородкой, это секция крупногабаритного мусора. То есть 5 баков плюс КГМ, ну там тоже они поставят для пластика, вот контейнер будет там стоять. Сварена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 40, 40 на 40 столбы и 20 на 20. То есть арки в виде фермы. Прогоны 8 штук на секции. Профлист внутри серый. То есть 70.04 по каталогу, значит, цвет полимерно-порошковым способом окрас. Труба оцинкованная. Профлист зеленый снаружи. Зеленый. Перекрытие контейнерной площадки полностью профлистом зеленым. Считается как антивандальная. Поликарбонат рвется, а это намертво все на века. Все. Закреплено все к бетону. Здесь, значит, на арматура вбита. И приварено. Вот такая красотень. Все. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте, оставляйте комментарии. Всем пока.